смело, знамя борьбы за рабочее дело, знамя великой борьбы всех народа, за лучший мир, за святую свободу, богой кровавый, святой и правый, марш, марш вперед, рабочий народ, на бой кровавый, святой и правый, марш, марш вперед, рабочий народ. Нам ненавистных тиранов короны, цепи народа страдальцам и чтим, кровью народной залитые кроны, кровью мы наших врагов обогрили. Битве великой не сгинут бесследно, павшие с честью во имя идей. Их имена с нашей песней победной станут священным миллионам людей. На бой кровавый, святой и правый, марш, марш вперед, рабочий народ. На бой кровавый, святой и правый, марш, марш вперед, рабочий народ. В 15-м году я девчонкой, работница с фабрики, была в политической стачке, когда произошел расстрел рабочих. И я поняла тогда. Тогда рабочие требовали хлеба и мира, чтобы кончить войну, чтобы вернуть людей, которые погибали на фронте, вернуть их домой. Надо было изменить всю социальную обстановку. И поэтому люди шли на штурм капитализма. До этого же происходили огромные массовые митинги, особенно на площади Пушкина. Ведь когда-то памятник Пушкина стоял не там, где он сейчас стоит, а на бульваре. И вот каждую субботу, каждое воскресенье на этом бульваре возле памятника Пушкина были дискуссии. Выступали меньшевики, даже монархисты, но монархистам говорить не давали. Они, конечно, выступали с точки зрения патриотизма, что вот, мол, хотят продать родину и так далее, поэтому отказываются воевать. Меньшевики тянули свое. Единственное, большевики, так называемый список номер 5. Ко мне подошел Урицкий, а я уже с ним подружился очень сильно, дал мне бумаги и сказал, ты будешь секретарствовать в этом собрании, только точно запиши доклад Ленина, это очень важно. И посадил меня на трибуну для секретарей около трибуны оратора. Вот первый раз я увидал Владимира Ильича. И мне сразу оказалось, что я попал в глупые условия. Мне надо записывать, а мне интересно слушать. Владимир Ильич сразу привлек внимание всей аудитории. По существу у него в руках были махонькие тезисы. Но когда он их докладывал, то я понял, что это глубоко продуманная программа партии, как подготавливать массы к социалистической революции. Нам дали печатать тезисы Ленина о войне. А я была, взяла кружок. Я была против войны. Я видела то разорение, которое война вносит. Ну, хорошо, все против войны. А что делать? И вот в это время в ваши руки попадают ленинские тезисы. Какие выводы мы сделали? Война войне. Вот все. Война войне. А что такое война войне? Это война самодержавия. Вот откуда началось то большое движение, которое превратилось в Октябрьскую революцию.
Всем, всем. Мы начинаем процесс. Пусть представители старого и нового мира, защита, обвинения и прочая публика займут свои места. Продолжались бои 6-7 дней, как вы знаете, в Москве. 6-7 дней продолжались бои. Потом был заключен, значит, мир, перемирие. Ну и капитуляция белогвардейцев. Значит, под честное слово отпускали офицеров, оставляли им оружие даже, верили. И после окончания, значит, этих событий похороны происходили таким образом. На простых лошадях, на повозках, привозили гробы, причем не всегда красными покрашены даже, сколоченные доски. И эти герои октября, значит, были похоронены вот здесь вдоль стены. До этого в течение чуть ли не 2 дней были выкопаны огромные рвы, которые тянулись от Никольских ворот, вон Никольские ворота, до вдоль стены. Музыки не было, пели, значит, революционные песни. Настроение было и боевое, и вместе с тем грустное, потому что я тоже своего товарища здесь похоронил, Алексея Шубина, который меня привлек к революции. Как-то изволили изречь в меня, Метя, что социализм, мол, мысль великая. Да вот исповедующие не всегда великаны. Если, говорит, у вас гильотина на первом месте, да еще с таким восторгом, так это от того, что головы рубить легче, а идею иметь всего трудней. Ну, извольте все по порядку. Сначала о самой системе, ну, а потом и к методам перейдем. Критическое суждение о прошлом часто воспринимается как покушение на наши достижения. Но это совершенно неверно. Поэтому мы обращаемся к прошлому, фактам, документам, событиям, лицам не для разжигания страстей, а для установления той правды, без знания которой нельзя сделать верный практический вывод. Многие годы культивировалось и теперь широко укоренилось представление, что мы во всем следовали ленинским путем, что мы жили и строили социализм по разработанным им чертежам. Но это одна часть правды. Другая часть правды состоит в том, что мы отступали от ленинских принципов и методов строительства социализма, за что пришлось
расплачиваться дорогой ценой. Я имел это, стоял в почетном карауле несколько раз у Владимира Ильича, у Рома Владимировича, ездил в горки за ним. Но я не об этом. Стал вопрос о том, кого выбирать генеральным. И вот на Большой Дмитровке, где был московский комитет партии, теперь там прокуратура, сзади есть такая веранда. Политбюро решило провести это обсуждение, кого вместо на генерального по делегациям. Вот я делегат московской организации, приходит нам Михаил Иванович, Калинин и Ворошилов, я им по гроб жизни не забуду этого дела. И завещание Ленина было тогда еще совершенно секретным, то, что он диктовал Фотиевой. Михаил Иванович прочитал нам это самое завещание Владимира Ильича и заявил, когда, буквально его слова, когда Владимир Ильич диктовал это самое завещание, он уже был болен. А Сталин дал слово, что он ждет замечания Ленина. И я, черт бы меня побрал, голосовал, как все вот так. До Сталина. По всей жизни не забуду. Революция всегда драма, ход которой не поддается точному предвидению. И когда она произошла, наша революция, из ее собственного чрева появилась неожиданная опасность. Не все, но многие ветераны революции, встав у власти, стали меняться и превращаться в бюрократов и сановников, добиваться власти, себе, привилегий, должностей, наград. Факты и документы свидетельствуют о том, с какой решимостью Ленин боролся с комчванством и сановничеством за фактическое социальное равенство людей, независимо от занимаемого положения. Нет возможности у меня говорить о том, как вновь пришедшая бюрократия использовала свое испытанное оружие. На словах возносить Ленина, на словах она возносила до небес. А на деле, наоборот. И эта механика очень интересна, ее надо изучать. Скажу, чем кончилось дело. Диктатура пролетариата, вместо того, чтобы развернуться в систему широкого народовластия и самоуправления, как предполагал Ленин, превратилась диктатуру личной власти, получившей впоследствии название культ личности.
того, чтобы судить сталинизм, или осудить его, или не осудить, надо, во-первых, обратиться ретроспективно, вот в те годы. Значит, поскольку я старше вас всех здесь, я это все помню, не по книгам. 29-30 год. Страна отставшая. Вот тогда ведь Сталин сказал, мы отстали от передовых в технико-экономическом отношении стран на 50-100 лет. Мы должны догнать, мы должны пробежать этот промежуток за 10 лет, иначе нас сомнут. И вот те методы администрирования, которые осуждают теперь все, они были неизбежны. Если бы мы занимались говорильней, как предлагали оппозиционеры всех видов и сортов. Я же еще помню речи Бухарина в газетах. Читаешь, вроде все правильно. Зачем торопиться с этим, зачем с этим? То есть я бы сказал так. Вот в такой стране, как наша, огромная, 8 часовых поясов, да? 11 тысяч километров с востока на запад. Без инфраструктуры. Вы же вспомните те годы хотя бы по литературе. Дорог нет, телефонной связи нет, ничего нет. Как в этой стране было действовать иначе? Как было ее повернуть и поднять на индустриализацию? Что вы, товарищи, уговорами? Только так. Я прочитал несколько дней тому назад статью в «Правде» об индустриализации, где прошла вся индустриализация от начала 20-х годов, план ГЛРО и так далее. И все очень гладко и хорошо. Я сразу на полях и потом на бумаге сделал целый ряд замечаний. Но было бы же гораздо больше и лучше, если бы. Что если бы? Начинается коллективизация с наганами, которая стоила, перестали сеять хлеб, ликвидировали 33 миллиона рогатого скота, то есть коров прямо, то есть страна, которая вывозила 400 миллионов пудов хлеба и была вся сыта впервые. Я считаю, и многие так думают, кооперирование само по себе было нужным, было объективно не вынужденным даже, а было объективно необходимым для развития самого земледелия. Но именно кооперирование, то есть создание крестьянских кооперативов, которые, кстати, уже и существовали в то время в нашей стране. Почему выбран из всех форм кооперативов только колхоз? Ответ на этот вопрос, на мой взгляд, достаточно четко и логично по-своему дает Сталин в целом ряде своих выступлений, относящихся к 28-29 годам. Стране нужна тяжелая промышленность, машиностроение, говорит Сталин. Мы можем закупить технологию, включая технику, для индустриализации страны только за рубежом. Для этого нам необходимы накопления. И Сталин прекрасно знал, что накопление, валюта, ни из каких других источников в таких масштабах не может быть получено, кроме хлеба, кроме той продовольственной пшеницы, которой издавна славилась Россия. Но пшеница, хлеб находится у крестьянина,
и крестьянин согласен отдать ее только в обмен на промышленные товары. А у нас их нет. Порочный круг. Надо разорвать как-то этот порочный круг. Каким образом? Мы, говорит Сталин, не можем взять хлеб у крестьянина, но наш собственный, пока еще, хотя и небольшой опыт показывает, ведь мы берем хлеб у колхоза. Значит, надо объединить крестьян в колхозы и взять хлеб у колхоза. Жизнь нашей семьи была, во-первых, построена на большом труде, что ли такое, на, как сказать, и увлечении, и надежде на что-то лучшее, понимаете? Так что отец в свое время, оказавшись владельцем вот этого, так сказать, этой кислой, и, как сказать, тощей земли, он все-таки его называл, как указал об этом и Александр Трифонович, он называл это своим имением, понимаете? И в то время, значит, еще вышедший сам он из семьи безземельных крестьян, на землю у него были очень большие надежды, расчеты, понимаете? И он, значит, с утра до вечера пытался здесь навести, так сказать, культуру земледелия, понимаете, оккультурить, привести, как сказать, в такое состояние, чтобы это было образцовое даже хозяйство. В какой-то мере ему иногда это даже удавалось. У нас содержался скот с большим вниманием, с уходом. Если же, так сказать, обратить внимание на нашу корову, а иногда было и две, понимаете, все это были ухоженные, воспитанные, понимаете, породные, красивые животные, понимаете. Также лошадь, например, это было просто, ну, любимое животное для отца, понимаете. И он всегда стремился иметь только хорошую лошадь, понимаете. А уж об уходе за ней тут и говорить ничего не надо, понимаете. Он мог встать ночью и обязательно проверить, как себя чувствуют животные в этом скотном дворе, понимаете. И он с летучей мышью пройдет, и говорит, так, с удовольствием посидел там, говорит, и даже почитал, говорит, там, на скотном дворе. Понимаете? В общем, по крайней мере, не наше имущественное положение и не способы ведения нашего хозяйства, мы никогда не имели наемного труда, обходились мы собственными силами, вплоть до того, что и пасли сами скотину, и сами все обрабатывали, и, в общем, жили своим трудом. Поэтому явная несправедливость, что мы какие-то, так сказать, кулаки. Ну, какие мы кулаки, если мы никогда никаким наемным трудом не пользовались, и никаких мы богатств не имели, понимаете? Мы с трудом, понимаете, находили, во что одеться и во что обуться, понимаете? И по этой причине очень часто, значит, даже не ходили в школу, потому что не было обуви, понимаете? Вот я говорю, что мы вечно испытывали нужду. Но это мы старались скрывать. Мы никому не хвалились, что мы сидим чуть ли не евши, понимаете? Потому что нам отцовская натура, понимаете, как бы сказать, было таковой, что он не хотел, например, носить лапти, понимаете, и не позволял, даже при нужде, понимаете. Об этом даже известно, что мы ходили до поздней осени босиком, но не в лаптях, понимаете. Как таковой перестал существовать, собственно говоря, в 31-м году весной. Было заподозрено, что у нас какие-то такие большие доходы, что ли, понимаете, и, в общем,
оказалось, что средств у нас уже не было, чтобы этот налог пытаться выплатить и чего-то еще ожидать, понимаете? Налог мы не выполнили и не выплатили, и это явилось причиной, чтобы нас, так сказать, раскулачить. Был ли кулак в деревне 1929 года? При политической власти пролетарского государства, при национализированной земле, возникнуть после окончания гражданской войны целому классу кулачества, классу сельской буржуазии, условий для этого не было. Против кого же направлено было раскулачивание во время коллективизации? Да именно против тех крестьян, о которых Сталин говорил, что если они будут сопротивляться, применять к ним антикулацкое законодательство. То есть против того середняцкого класса, которые своим трудом, крестьяне, своим трудом вывели свое хозяйство выше среднего уровня. Что мы получили? Мы получили ликвидацию порядка 13-15% крестьянских дворов. То есть это, примерно 2,7-3 миллиона крестьянских дворов было ликвидировано. А что такое 3 миллиона крестьянских дворов? Это в среднем порядка около 15 миллионов человек. Я думаю, что если говорить о глубинных корнях тяжелого постоянного положения у нас с сельским хозяйством, а в связи с этим и с продовольственным хозяйством, то его исторические корни лежат в тех социальных преобразованиях, начало которым положил 29-й год и весь этот этап, весь этот процесс коллективизации сельского хозяйства. Кончила страда, все сжато и обмолочено, посеян озимый клин. Началось распределение урожая между колхозниками. Хлеб полен за колосец, грозью уровень пшеница. Урожай пропали, заживем мы веселей. Урожай пропали, заживем мы веселей. Пудов зерна получили на трудодни лучшие ударники колхоза Почитаев и его жена. Вот как мы придем к студентам и будем подавать этот материал? Ведь они же знают обо всем этом, они же читают, они слышат. Вот недавно статья Шмелева. Да, была. Который прямо пишет, что коллективизация уничтожила класс крестьянства. Вот как мы будем подавать? Вот это надо и обговаривать, вот ведь она... речь идет об этом. Это надо обговаривать. Можем мы использовать эту литературу или не можем? Мы ее не можем использовать. Была эта драма или нет? Это его субъективная точка зрения? Или это точка зрения... Ну, я ребятам говорю, хорошо, класс крестьянства, говорит, уничтожен. А кто хлебушек-то давал? В 15-м-то году Россия с голоду дохла полностью, 15-й год, вот вы говорите, вот мелкое крестьянское хозяйство. А теперь мы к чему пришли?
с этим сейчас начинают говорить, что вот крестьянское хозяйство, индивидуальное крестьянское хозяйство. А мне студенты на это отвечают. Как только была проведена коллективизация сельского хозяйства, была введена тут же карточная система. Она же вызвана была. Она была вызвана. А мы говорим, я, например, говорю, реорганизационный период был периодом трудным. Конечно. Даю им цифры падения животноводства. Порезали скот? Порезали. Конечно. Да. Даю им цифры по животноводству. Нарезали. Даю им цифры по... А как же ты думал, реорганизационный период может вот так вот быть бесследно? После коллективизации мы потеряли сразу сельское хозяйство и сели на карточки. Ни стихийных бедствий, ни войны не было. И вдруг из полного изобилия мы сели на карточки. Вот первое, что Сталин сделал. Мало этого. Надо было найти и оправдать эту ошибку. Ну, он свалил это самое на партийные местные организации, а потом сразу пошли процессы. Первые пострадали люди, которые занимались продовольствием, потом был шахтинский процесс, и потом процесс промпартии. Тут идет, прошу встать. Рассмотрению специального присутствия подлежит дело контрреволюционной организации Союза инженерных организаций, так называемой промышленной партии, по обвинению Рамзина, Калинникова, Ларичева, Черновского, Федотова, Куприянова, Очкина, Ситнина по статье 58 пункты 3, 4, 6 Уголовного кодекса РСФСР. Состав специального присутствия. Председатель Вышинский Андрей Януарович. Члены присутствия. Товарищ Антонов Саратовский Владимир Павлович. Товарищ Львов Василий Львович. Запасный член присутствия товарищ Иванов Павел Александрович. Специальное присутствие приступает к заслушанию обвинительного заключения. Я хочу обратить внимание на замечательное произведение товарища Сталина. Его речь на совещании хозяйственников в июне 31 года. В июне 31-го. На этом совещании, в этом докладе он уже подвел некоторый итог тем репрессиям, которые были проведены предшествовавшие этому 2 года. Какой же это был итог? Он заявил, что наиболее квалифицированные специалисты, интеллигенция оказались вредителями. Он разнес этих самых вредителей, подчеркивая наиболее квалифицированные специалисты народного хозяйства. И вот он тут же заявил, а какая могла быть
политика у нас по отношению к ним, к наиболее квалифицированным специалистам, только политика разгрома. Что мы проделали? Мне пришлось быть на заседании президиума, когда Орджоникидзе созвал директоров металлургических заводов, вызывает Манаенко. Скажи, почему не выполняешь план? Он начинает говорить, вот у нас была изъятый главный инженер, начальники цехов и так далее. Орджоникидзе перебирает. Ты сам вскрыл вредительство, и тебе помогли. Мне помогло ОГПУ. Ну а теперь ответь, почему, когда у тебя были вредители, ты план выполнял, а когда тебе помогли вредители, убрали, ты плана не выполняешь. Молчит. Ну садись. Вызывает другого. Начинается то же самое. Он также задает эти же вопросы и говорит, ну ладно, давайте политикой заниматься не будем, а обсудим, что же надо в конце концов делать, чтобы прийти к выполнению плана. Вот что такое промпартия. Уничтожение всех кадров, о которых Ильич говорил, что они будут советскими, что они ассимилируются и не могут быть иначе. Так что мы потеряли хорошие, опытные, советские вполне уже кадры. Чего греха-то есть? Грешным делом и у меня были сухари, запасенные на всякий случай. А Флаксерман, чего говорить? Вот вам один из тех, который крепко пострадал в этом деле. Сколько ты просидел? Всего 17 лет. 17 лет. Я хочу всем нам задать главный вопрос эпохи. Сколько революция может продержаться на энтузиазме при той незрелости человеческого материала, которым мы располагаем? Год. Два. Три. Товарищи, а как быть дальше? Великим старикам легко было фантазировать в тиши лондонской публичной библиотеки. Они говорили, живое творчество масс, освобождение сил, труда, нравственность, гласность, демократия и прочий набор прекрасных фраз. А если смотреть реально? Надо быть абсолютно слепым, чтобы не видеть нынешнюю незрелость массы. Абсолютно глухим, чтобы не услышать, что уничтожение частной собственности совсем не уничтожает жажду собственности. Человек тот же, что и много веков назад. Он всегда всего хочет, но всегда всего боится. Цели нашей борьбы абсолютно недоступны его пониманию. И мы должны привести человека к счастливой жизни. Независимо от того, хочет он этого или не хочет. И только после он сам, его дети будут благодарны нам. Я вижу только и убежден в том, что ошибочной была, видимо, не сама идея индустриализации, но ошибочны были методы, темпы и
нерациональное размещение строящихся промышленных предприятий. И вот какая мысль меня в связи с этим мучает. Мы создали тяжелую индустрию, в преобладающей мере на Западе, то есть в тех районах, которые были до этого в России достаточно промышленно развитые. Подошел 41-й год, и все, что создали за счет, скажем, ограбления крестьян, в 41-м году было разрушено войной. Так возникает вопрос, оправданы ли те жертвы, которые крестьянство понесло в период коллективизации, ради создания материальной базы промышленности на западе страны. Поэтому, когда говорят об альтернативных путях, то я все-таки прихожу к выводу о том, что была бы более правильной альтернатива коллективизации в наших формах. Это кооперирование в тех естественных формах, которые, в частности, отстаивал и Бухарин на стране, которые теоретически были очень хорошо доказаны известным экономистом Чаяновым, работами которого пользовался Ленин при разработке плана кооперирования крестьянства. Мы могли кооперирование провести в тех формах, которые хорошо зарекомендовало себя в западных странах. И, может быть, даже некоторая потеря темпа не оказалось бы нам в 41-м году более печальной, чем получилось реально в этой истории. Вот что думаю я по этому поводу. Теперь возникает, конечно, более глубокий вопрос. А почему нужно было проводить коллективизацию вот в теми вармарскими темпами? Ничего нет смешного. Это такая наша трагедия, потому что вырастает новое поколение, которое учится на том же кратком курсе, где прадед моего внука на полях, человек, прошедший революцию, член партии с 12-го года, написал ложь. Вот какая это страшная и чудовищная ситуация, дорогие товарищи историки. Решайте глобальные проблемы. Решайте вопросы о механизме власти. Но не забывайте, что и на будущий год придут ученики в класс, им будут опять рассказывать краткий курс ВКПБ, не КПСС, с добавлениями. И так мы будем жить бесконечно в этой лжи. Мы можем, конечно, переоценивать все учебники, которые существовали до сих пор, в том числе и учебник Пономарева, и дать в ряде случаев, так сказать, резкую достаточно оценку некоторых
значит, параграфов, глав и так далее. Но при всем при том, когда монополизируется, так сказать, вот каким-то одним учебником право на сообщение абсолютной истины в последней инстанции, вот отсюда и начинаются ошибки, безусловно. Я говорю, что, так сказать, учебник, тот же краткий курс истории ВКПБ, если о нем говорить, это моя, так сказать, точка зрения, я считаю, что он все-таки действительно сыграл определенную положительную роль. Другое дело сейчас, под влиянием, так сказать, фильма «Покаяние», под влиянием романа «Дети Арбата», под влиянием целого ряда других произведений, получается, что, в общем-то, именно Сталин был врагом партии и народа, а все остальные, так сказать, товарищи либо меньшими, либо вообще, так сказать, были лицами, ну, значит, я не хочу сказать героями, но, по крайней мере, так сказать, гораздо более положительными. Я считаю, что вот оценка, были в деятельности исторического деятеля положительные моменты, но были также и отрицательные, она мало что дает. И мне кажется, ну, что необходимо оценить в целом, был ли положительный вклад, способствовал деятель прогрессу развития общества, или все-таки его вклад больше способствовал замедлению темпов развития, был отрицательным. Посмотрев фильм «Покаяние», у студентов складывается, в общем-то, довольно такое вот негативное отношение к тому периоду истории, поскольку фильм выдержан, в общем-то, в таком трагическом несколько плане, в смысле показано... Ну, значит, совершенно, конечно, вот, но, а тем не менее, ведь мы же не можем так вот все черной краской полностью тот период закрасить. И там же были какие-то светлые моменты, энтузиазм масс и трудовой настрой масс того времени. Моя личная точка зрения, причем я ее не навязываю студентам, и обязательно говорю им, что есть другие точки зрения, но моя личная точка зрения, что все-таки... В целом был отрицательный вклад Сталина в развитие социализма в нашей стране. Мне думается, что сейчас время называть вещи своими именами. Даже несмотря на некоторый конъюнктурный ущерб, который мы можем потерпеть, так сказать, и как личности, и как представители исторической науки, которая буквально 2 года назад говорила противоположное. Время называть вещи своими именами. Даже несмотря на то, что эти вещи могут нанести нам некоторый такой конъюнктурный вред. Без этого вреда. В каком смысле? Стратегического, тактического. Мы дальше не двинемся. Ты студентам скажешь об этом в качестве преподавателя истории КПСС? Или это твоя точка зрения, которую ты вот нам, коллегам, говоришь? Я думаю, студентам что общественные... 17 лет, ты помнишь, Я да? думаю, что общественные науки, они всегда проявляли очень большую гибкость политическим конъюнктурам. И, как мы видим, это не пошло им на пользу. Мне думают, сейчас, сейчас время вспомнить слова Маркса, который писал в том смысле, что человек науки, если он руководствует своей деятельностью любыми интересами, кроме научных, он не достоин ничего, кроме презрения. Любыми интересами, кроме научных, он не достоин ничего, кроме презрения. Мне думается, сейчас самое время вспомнить эту забытую истину. Ну и что сказала тебе бабушка, твоя мама? Сначала я расскажу вам о ней. Это очень старая, она ровесник века и очень веселая женщина. В свое время она много пережила. Так вот, она считает, что все хорошее, что есть в нашей стране, в этом ее заслуга. А в том, что еще не получилось, ее вина. Не понял. Но она считает, что все плохое, что произошло в нашей стране, произошло потому, что она однажды на каком-то собрании, я уж не помню, какой вопрос там обсуждали, кажется, исключали какого-то ее товарища. Так вот, она сомневалась, но промолчала. Все от этого? Она считает, что от этого. Она считает, что в будущем останется одна диктатура. Диктатура совести. Спросить вот что. Когда вы возвращаетесь назад, вы доходите до фигуры Сталина. Почему вы, как историк, не идете выше еще не берете? Ведь вы знаете хорошо, что он себя считал и говорил, и называл учеником прежних, так сказать, вождей, которые были. Так почему, разве он, так сказать, инициатор той репрессивной политики, которая вот привела к разорению России.
Ведь до этого он был только продолжателем. Что касается продолжателя, я совершенно убежден, что продолжателем дела Ленина Сталина назвать ни в коем случае нельзя. Он нарушил святая святых из ленинских принципов построения социализма в нашей стране. Он отступил от этих принципов, и он их в значительной мере просто дискредитировал. Но ведь рядом с принципами была и практика. Мне кажется, специфика вот с данного момента состоит в том, что именно сейчас вот сталинская административная система вступила в состояние агонии. Я не сказал бы, что ее уже нет, но вот состояние агонии – это вещь, пожалуй, о которой можно говорить. Чем дальше мы как-то от этого будем уходить, тем ну, лучше и правильнее, и тем как-то больше надежд будет. Но мне кажется, что уходить от этого ведь долго придется. Мне кажется, начать надо именно с самого себя, каждому. Честно спросить себя. В общем-то, я все это сама и слышала, но каждому надо, наверное, самому как-то дойти до этого. Спектакль мне, в общем-то, в чем-то помог. Не то, что помог, но он еще подтолкнул, мне подтвердил в этой мысли. И каждому надо спросить в первую очередь самого себя. С чего начинается полет птицы? Отвечают, она начинает подпрыгивать, махать крыльями. Нет, она становится гордой, говорил Горький. Так вот, начинать надо с того, чтобы воспитать в себе гордость. Воспитали целое поколение совершенно инертных людей, потому что за них все решали. Им не давали ничего решать. И пока люди вот не... Ну, не переубедят сами себя, что они что-то могут решить и что-то конкретное получится из этого, ничего, в общем, не выйдет. А вот мне приходится сталкиваться с молодежью. Никто ничего не хочет делать. Ничего. Даже развлекаться. Люди не хотят. Ну, неужели вы думаете, что вот человек вам так скажет открыто? То, что он думает у себя в глубине, он скажет то, что на поверхности. То, что, ну пусть... А почему? Почему ну пусть так? Не полуправда, но три четверти правда. А что-то в этом не то. Что-то он в себе все-таки скрывает и все-таки боится. Потому что он не уверен, что будет завтра, послезавтра. Нет еще уверенности, что просто, ну все это продлится слишком долго. Да что это будет до конца. Весь курс сейчас нашего правительства, съезда комсомола. Хотя в газетах наших, в «Комсомольской правде» в частности, все равно много штампов. Но все равно есть уверенность. Все-таки, ну я не буду говорить то же самое штампами, что есть силы. В 56-м году тоже была уверенность. И в 60-м. Ты понимаешь, я не жил в 56-м году, я... Я тоже. Ну да. Когда не знаем до конца правды, ее и обходим какие-то острые углы, отсюда и молодежь наша не верит нам до конца. Революция продолжается неверно. Это неверно. Революцию нужно начать для того, чтобы продолжать. Давайте ее начнем. Для этого нужно. В одной из работ Ленина есть такие слова, что революция – это коренной перелом в жизни общества. А с чего 27-й съезд начался? Первые слова Горбачева. Товарищи, мы собрались с вами на коренном переломе в жизни нашего общества. Так вот она, революция. Так чего ж говоришь, она не началась, не начинается. Она началась, она идет. И нужно ее поддерживать. Долго в цепях нас держали,
Россия!